Вполне возможно, что скоро на территории Сарова появится еще два памятника природы. И позаботилась об этом четвероклассница Ангелина Журавлева. Гуляя по городу, ученица лицея номер 3 увидела несколько деревьев, которые отличались размерами, и задумалась, сколько им лет. Этому тополю, который я обнаружила, было 288 лет. Он почти ровесник Серафима Саровского. Сосне, которая располагается недалеко от музыкальной школы, по данным Ангелины, 242 года. Чтобы узнать, есть ли какое-то упоминание об этих деревьях в архивных записях, девочка отправилась в библиотеку. Я однажды просмотрела книжки и преподобный Серафим Саровский «Предания и факты». И мне просто стало интересно, как выглядел Серафим Саровский, хотя бы портрет его. И я наткнулась на этот тополь. Сделав все необходимые замеры, найдя записи и фотографии тех лет, девочка по совету родителей написала письмо главе города Александру Тихонову с предложением внести эти деревья в список памятников природы. Нам ответ пришел, они сказали, то, что этот вопрос будет обсуждаться уже городской думой, а дальше уже нам придет ответ. Девочка надеется, что ее усилия не пропадут даром. По ее мнению, это не просто древнее дерево, это часть истории города. Кирилл Васенин, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.